Ну и дальше непрерывная прокатка продолжается у нас. Значит, ну здесь много систем установлено. Сейчас подойдем, значит, к операторам. Вернее, у нас тут операторов нет, но просто у нас работают вальцовщики. Оба по 7-му разряду. Значит, это максимальный разряд, который есть у нас на стане. Отсюда происходит управление всеми энергосиловыми параметрами. И здесь, именно здесь, получается конечная продукция, которая, ну, уже идет потребителю, грубо говоря. То есть все геометрические размеры, значит, свойства, короче, все получают здесь. Но я не учитываю, что свойства там, как подкат какой дать, то есть, ну, в основном... На механику. Да, управление идет здесь. Но здесь заметили, наверное, что у нас предпринимательные.